дорогие друзья! Мы начинаем торжественную церемонию награждения участников и победителей 8-го фестиваля искусств «Софу» имени Михаила Васильевича Ломоносова. За время проведения конкурсных номинаций мы увидели множество креативных, творческих студентов, которые еще раз доказали, что богата талантами земля поморская. Ломоносов, если бы он был здесь сегодня, гордился бы обилием талантливых земляков, которые весь апрель показывали в стенах «Софу» все, на что они способны. Я лечу с тобой над облаками, от туманов до северных сияний пролетать большие города. Приглашается проректор по социальным вопросам и воспитательной работе СОФУ Сергей Эдуардович Сорокин. Добрый вечер, дорогие друзья! Я приветствую всех, кто собрался сегодня на нашем финальном галоконцерте подведения итогов фестиваля искусств. Фестиваль уже 8-й по счету, и каждый год он открывает дорогу новым молодым талантам, которые радуют нас в течение всего своего обучения в университете. На самом деле мы все ставим перед собой задачу, чтобы каждый студент, который поступает в наш университет, не просто получил знания, хорошее образование, но и сумел реализовать свои возможности, в том числе в творчестве. И на самом деле те, кто это делают, потом об этом не жалеют и всю свою жизнь думают, да, вспоминают о том, чем они занимались в свои студенческие годы. Я благодарю всех, кто принимал участие в отборе. Вас было очень много, более 200 человек. Сегодня мы определим лучших, но вы, я думаю, что все победители, и все вы сегодня получите удовольствие от концерта, от того, что вы сегодня увидите. Поэтому я желаю успехов всем номинантам, всем конкурсантам, и вперед в фестиваль искусств СОФУ! Спасибо на добром слове, Сергей Эдуардович. Сегодня долгожданные награды найдут своих героев.
Но не только церемониальной частью фестиваля будет наполнен этот дивный вечер среды. Сегодня вы также увидите самые яркие творческие номера, которые радовали зрителя на протяжении всех конкурсных дней. Друзья, на главной сцене СОФУ очень яркий коллектив, хореографический ансамбль клуба интернациональной дружбы с номером «Кукушка». Все же удалось. Очень порадовали чтецы. Не знал, что так можно глаголом зажечь сердца людей. У нас СОФУ любят зажигать. Так, например, зажигает во время своих выступлений Олег Сидоров. Вы думаете, это бредит малярия? Это было. Было в Одессе. Приду в 4, сказала Мария, 8, 9, 10. Вот и вечер в ночную жуть. Ушел от окон хмурый декабрь. В дряхлую спину хохочет и ржут канделябры. Меня сейчас узнать не могли бы. Жилистая громадина стонет, корчится. Что может хотеться этакой глыбе? А глыбе многое хочется. Ведь для себя не важно,
и то, что бронзовый, и то, что сердце холодной железкою. Ночью хочется звон свой спрятать в мягкое, в женское. И вот громадный, горблюсь в окне, плавлю лбом стекло окошечное. Будет любовь или нет? Какая? Большая или крошечная? Откуда большая у тела такого? Должно быть маленький, смирный любеночек. Она шарахается автомобильных гудков, любит звоночки коночек. Еще и еще, уткнувшись дождю, лицом в его лицо рябое жду. Обрызганный громом городского прибоя. Полночь с ножом мечась догнала, зарезала, вон его! Упал 12-й час, как с плохи голова казненная. Проклятая! Что же, и этого не хватит? Скоро криком истерется рот. Слышу, тихо, как больной с кровати. Спрыгнул нерв. И вот, сначала прошелся, едва-едва. Потом забегал, взволнованный, четкий. Теперь ионы новые два мечутся отчаянной чечеткой. Рухнула штукатурка в нижнем этаже. Нервы большие, маленькие, многие. Скачут бешеные, уже у нервов подкашиваются ноги. А ночь по комнате все тянется и тянется. И стены не вытянутся отяжелевшему глазу. Двери вдруг залескали. Будто в гостинице, не попадает зуб на зуб. Вошла ты резко, как Натя. Мучи перчатки замуж, сказала. Знаете, а я выхожу замуж. Ну что ж, выходите. Ничего, покреплюсь. Видите? Спокоен как пульс покойника. А помните, вы говорили, Джек Лондон, деньги, любовь, страсть. А я одно видел. Вы Джоконда, которую надо украсть. И украли. Опять влюбленный выйду в игры, огнем озаряя бровей загиб. Что же, и в доме, который выгорел, иногда живут бездомные бродяги. Дразните, меньше, чем у нищего копеек, у вас изумрудов безумий. Помните, погибла Помпея, когда раздразнили Везувий. Эй, господа, любители святотатств, преступлений, боен, а самое страшное видели? Лицо мое, когда я абсолютно спокоен. И чувствую я, для меня мало что-то изнутри вырывается упрямо. Алло! Кто говорит? Мама! Мама! Ваш сын прекрасно болен. Мама! У него пожар сердца. Скажите сестрам, люди и Оле, ему уже некуда деться. Каждое слово, даже шутка, которую изрыгает обгорающим ртом он, выбрасывается, как никчемная девчонка из горящего публичного дома. О, люди нюхают. Запахло жареным. Нагнали каких-то блестящие в касках. Скажите пожарным, на сердце горящее лезут в ласках. Я сам! Глаза наслезенные бочками выкачу. Дайте только ребра опереться. Выскочу, 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 выскочу. Рухнули. Не выскочишь. Из сердца. Благодарим Олега за яркое выступление и хотим напомнить, что наш фестиваль
Это университетский этап Российской студенческой весны Архангельской области, которая организуется Российским союзом молодежи. Стоит отметить, что победители университетского этапа смогут без отборов участвовать в состязаниях регионального этапа Российской студенческой весны в Архангельской области. Дамы и господа, мы начинаем награждение победителей фестиваля в конкурсных номинациях. Для подведения итогов в номинации «Хореография» на эту сцену приглашается проректор СФУ по социальным вопросам и воспитательной работе Сергей Эдуардович Сорокин. Ну что, вы готовы услышать имена победителей? Мы уже готовы. Диплом за третье место в номинации «Народный танец» получает дагестанская лезгинка, дуэт Файзулаев Затула и Ибрагимова Афак. Второе место направления «Хореография» в номинации «Народный танец» получает молодежная театрально-хореографическая студия «Отражение» от УФСР, руководитель Сельмянкин Сергей. Первое место в номинации «Народный танец» получает ансамбль индийского танца «Зиндеги», руководитель Поликапова Елена Вакифовна. Оригинальность номинации «Современный танец» получает трио «Last Dance». Специальный приз жюри – это сертификат на фотосессию студенческого объединения «Арт-САПУ». Специальный приз жюри за техничность в номинации «Современный танец» вручается Шевелевой Татьяне. Первое место в номинации «Современный танец» занимает хореографический ансамбль «Лежанес» с глубокой философской композицией «Аналема». Номинации «Эстрадный танец». Диплом за третье место получает студия современного танца «Тайгер Тайгер», руководитель Татьяна Исаева с номером «Джангл». За второе место в номинации «Эстрадный танец» награждается хореографический ансамбль «Лежанес» с номером «Былинка», руководитель Екатерина Хадыкина. Первое место в номинации «Эстрадный танец» получают дебютанты фестиваля Attention Dance, коллектив клуба интернациональной дружбы. Дипломом за второе место награждается студия современного танца «Тайгер Тайгер» номером «Стол студента».
А мы переходим к номинации Cheer Dance. Диплом второй степени получает команда СФУ по чирлидингу Arctic Team. Cheer Freestyle группа 1. Первое место вручается команде СФУ по чирлидерку Arctic Team Cheer Jazz 2. Гейдарова Екатерина Андреевна и Ненашева Анастасия Александровна. Числа участников фестиваля есть и те, кто умудрился поучаствовать сразу в нескольких номинациях: петь, танцевать, музицировать. Все это умеет участник нескольких фестивальных номинаций из Атула Файзулаев. Чем именно порадует нас сейчас темпераментный дуэт Файзулаев из Атула Дурхона Бли и Ибрагимова Афака Манкызы? Давайте смотреть! Мыслях своих,
Воспитательной работы СОФУ Петр Викторович Сухандяевский. Добрый вечер, дорогие друзья. Я вам честно хочу сказать, что я нахожусь под впечатлением. В очередной раз убеждаюсь, что фестиваль искусств открывает новые и новые таланты. Хочу сказать вам огромное спасибо и призвать вас не потеряться, чтобы стали участниками университетских, городских, региональных и всероссийских мероприятий. Спасибо. А мы переходим к награждению. Специальный приз жюри за яркое и эмоциональное исполнение. Номинация «Народный вокал» получает Изатулоева Шахбану Хабибулоевна. За самое трогательное исполнение в номинации «Эстрадный вокал соло» получает Пейчева Елизавета Александровна. В номинации «Эстрадный вокал соло» награждается Малышева Полина Михайловна.
Диплом третьей степени в номинации «Эстрадный вокал соло» получает Черемисина Анна Олеговна. Диплом второй степени в номинации «Эстрадный вокал соло» получает Сидорова Анастасия. Дипломом второй степени в номинации «Академический вокал» награждается Валентина Самсонова. Валентине, мы передали диплом. Дипломом первой степени в номинации «Эстрадный вокал соло» награждается Громов Сергей Александрович. Диплом первой степени в номинации «Эстрадный вокал соло» получает Бахрушева Софья Евгеньевна. Дипломом первой степени в номинации «Эстрадный вокал ансамбли» награждается ансамбль Ирины Олещенко. Диплом первой степени в номинации «Инструментальное исполнение» получает Файзулая Безатулая Дурхон. Эстрадный вокал соло Якубжанов Умиджон. Спасибо вам, Петр Викторович. Для всех, кто любит танцевать, петь, декламировать, а также смотреть на все это, для вас всех поет дипломант фестиваля Сергей Громов. Я по
как сон в небеса. Чайка и тону, я позабыл твое лицо. Ты на то побеждешь, и никуда не деться, и никуда не деться больше мне от нее. Что-то так.
фестиваль искусств Сапу уже 8-й по счету. Как всегда, он собрал самых талантливых и креативных студентов нашего университета. В этом году более 200 участников выдержали конкурсные испытания во множестве номинаций по трем направлениям – хореография, музыкальная и театр. 1 декабря и апреля состязания прошли по 12 номинациям, а именно инструментальное исполнение, народный вокал, академический вокал, джаз, эстрадный вокал, народный танец, эстрадный танец, уличный танец, современный танец, чир-танц-шоу, художественное слово, театр малых форм. Очень ярко в этом году прошла номинация «Художественное слово». Композиции всех участников конкурсного просмотра, а именно 25 номеров, представленные на суд жюри, отличались разноплавностью и высоким исполнительным мастерством. Самое многочисленное направление – это хореография. В нем приняло участие около 100 студентов СФУ. Это и ансамбли, и сотни исполнителей. Стоит заметить, что наш фестиваль служит трамплином для участия в Российской студенческой весне Архангельской области, которая организуется Российским союзом молодежи. Победители университетского фестиваля искусств смогут без отбора участвовать в состязаниях регионального этапа Российской студенческой весны Архангельской области и, побеждая, отправиться на Всероссийскую студенческую весну. За время проведения конкурсных номинаций мы увидели множество креативных, творческих студентов, которые еще раз доказали, что СФУ – кузница не только научных, но и творческих кадров для русского севера. Бурные аплодисменты! Когда на сцене такие красивые девушки, как Олеся Евгеньевич, остается только радоваться, что мы живем здесь, на севере, но и у нас сегодня жарко, ибо уже заметно, что дует южный ветер, значит, пришла весна. Это на календаре. А ты видел, что за окном происходит? Но ведь весна уже пришла. Все верно. Но я знаю точно, что весна уже пришла белым вальсом, вихрем снежинок. Следующей нашей участнице на сцену приглашается Софья Вахрушева. Возвращайся, возвращайся от обугленной границы.
Человек, который приведет к ней итоги, тоже представительный. Для подведения итогов в номинации «Художественное слово» на сцену приглашается заместитель председателя профсоюза Северного Арктического федерального университета имени Михаила Васильевича Ломоносова Альберт Чункевич. Здравствуйте, дорогие друзья! Дорогие друзья, спасибо вам огромное за ваше творчество, спасибо вам огромное за замечательный гала-концерт, который сегодня проходит. Хочется сказать, что профсоюзу всегда очень радостно поблагодарить и поздравить самых талантливых студентов нашего университета. Но от себя лично я хочу вам сказать огромное спасибо за то, что вы не только успеваете учиться, но еще и успеваете заниматься творчеством. Это замечательно. Спасибо вам большое. Ну что ж, перейдем к награждению. Дипломом за самое трогательное исполнение награждается Очеретенко Дарья. Художественное слово получает Зайцева Елизавета. Диплом за третье место в номинации «Художественное слово» вручается Павловой Анастасии. Художественное слово занимает Новикова Елизавета. Ну и наконец диплом первой степени по единогласному решению жюри получает Сидоров Олег. С каждым номером эта сцена наполняется яркими эмоциями. И сейчас эти эмоции нам добавит непревзойденная,
Анна Черемисина. Тебя не осталось, вот мысли хорошие где. Номинация «Странный танец», хореографический ансамбль «Ля Женес». Move silently along the sea.
Вот и подошел к концу 8-й фестиваль искусств САПУ. Мы рады, что на творческом небосклоне нашего университета зажглись новые звезды. Желаем всем участникам творческого роста бесконечного везения и покорения новых творческих рубежей. Благодарим вас всех за внимание. До новых встреч!